Злаковый хлеб – это вкусный и полезный продукт, который понравится сторонникам здорового образа жизни, кто ведет. Свежая выпечка хлеба – это с румяной корочкой и приятным ароматом – станет прекрасным дополнением к любому завтраку для любого человека, будь он на диете или же без диеты. Давайте готовить. Добрый день всем! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я буду выпекать хлеб злаковый. Для этого я беру стакан теплой воды комнатной температуры 270 грамм, 6 грамм дрожжей, это 2 чайные ложки, 1 ложку растительного масла и сама вот эта смесь. Залили воду, засыпаем дрожжи, это 2 чайные ложки, пол пачки. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла. Высыпаем наш пакет. Состав очень хороший. Мука высший сорт, пшеничная, сахар, семена льна, кунжут. В общем, хорошие все компоненты. Сделан русский продукт вот, Калужской области. Поэтому я думаю, что будет вкусный хлеб. Выпекаем хлеб, выбрав программу. Вес буханки 750 грамм и средний цвет корочки. Ну, и рекомендуют программу, конечно, стандарт или основную. Ну, в зависимости от марки хлебопечки. Закрываем крышку и старт. Все, она сама замешивает. Вытаскиваем мы наше ведерко. Горячее, горячее. И вот так. Тихонько. Вот так хлебушек наш. Вот так. Смотрите, какой красивый. Внучек, не надо, горячее, горячее. А пахнет как приятно, да? Вот он, наш хлебушек. Накроем его вот так вот. И пускай он остужается. Ну что, пробуем разрезать наш хлебушек. Внутри пропекся очень даже хорошо. Пропекся. Такой хлебушек можно давать и деткам кушать. Вот они очень любят. У нас внук очень любит такой хлебушек. Видите, какой он такой ноздристый. Вот он. А еще, если намазать сырком, вот внук пришел уже, да? Будешь пробовать? Как всегда. Вот так берет хлебушек. Тук. Намазывает сырочком вот так вот. И сейчас будет дегустировать. На-ка, внук, дегустируй. Давай. Ну. Вкусно. Пальчиком. Вкуснятина? Нравится тебе такой хлебушек? Да. Еще бы. Ну, кушай. На здоровье. Так что выпекайте такой хлебушек, он полезный и очень даже вкусный.